Полное описание и точная дата выхода 7 и 8 серии 2 сезона сериала «Ничто не случается дважды». 7 и 8 серии сериала выйдут на Первом канале 13 мая. 7 серия. Жанна Потехина, чувствуя свою вину перед Аглаей, все же решает спасти жизнь взрослому внуку Глебу. И для этого ей придется унизиться перед Германом и попросить его стать донором костного мозга для племянника. Согласится ли корыстный и эгоистичный Герман пойти на такое? Катя Огнева найдет тайный подвал в кабинете своего отца, а в нем испуганную Машу. Теперь девочка хочет знать, зачем ее отец держит в плену какую-то незнакомку. Вадиму Огневу придется рассказать дочери о том, кем ей приходится Маша Богданова. 8 серия. Вадим Огнев дает понять Маше, что все еще считает ее главной женщиной в своей жизни. И кажется, Маша рада этому. Пока Огнева нет дома, девушка пытается наладить общение с дочкой. Но Катя настроена скептически. Девочка не хочет пускать в свое сердце нового человека. Неужели мама и дочка так и не смогут найти контакт? На пороге дома Огневых неожиданно появится Борис. Он расскажет Маше истинную причину своего нахождения на острове. Маша будет в шоке, когда узнает, что наделал ее супруг. Каким будет финал для наших героев? И что выберет Маша? Безумную жизнь с Огневым или спокойную с Борисом? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на Первом канале 13 мая. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.